В общем, друзья, наконец дождались посадки на Myrtle Beach. Как я вам говорил, это вообще маленький перелет, час лететь или полчаса. На таком маленьком самолете, и там чисто пассажиры, вообще несколько человек, одни пенсионеры. В общем, ладно, там уже видите, надо заходить, короче, пойду. Друзья, мне в комментах писали разные люди, что кто-то даже не летал никогда на самолете. Так вот, смотрите, если кому интересно, какой туалет в маленьком самолете Бомбардир 900. То есть в больших самолетах, конечно, ну похожий туалет, но чуть покрупнее, мне кажется. Ну да, хотя, ну примерно такой, да. Ну, в общем, здесь у нас есть сам унитаз. Лучше бы смыть вот такая. Для пеленания детей, это чтобы памперсы там поменять, вот такой, здесь вентиляция или динамик, это я не знаю, что, лучше не трогать, это мыть руки, оно нажимается как кнопка, зеркало. Там, по-моему, для мусора, мусорный контейнер, туалетная бумага, а это я не знаю, что какая-то фигня, а вот это бумага. И здесь бумага, чтобы руки вытирать, ручка, чтобы держаться. А если инвалиды всякие старые, с унитаза вставать, вот еще одна. Замок. И вот здесь, кстати, смотрите, когда-то в самолетах можно было курить в 80-х годах, даже не верится. И здесь еще осталась пепельница с тех времен. То есть сейчас уже курить нигде нельзя. Не только в самолетах, а ни в автобусах, ни в барах. Да, только у себя дома можно курить, и все. А здесь раньше в самолетах курили, и вот пепельница осталась. Это старый самолет. Ну и последняя тут вешалка, освещение и датчик дыма. Это чтобы вы не курили, если будете курить, тут сигнализация и штраф, по-моему, $2000. Ставьте лайки.